Школа в селе Абага Алекминского района отмечает 110-летний юбилей. Одна из особенностей сельской школы – умение сочетать обязательные предметы и творчество. При этом не обделена ни одна сторона. Ребятишки прибегают в классы не по обязанности, а с целью узнать что-то новое, а затем с головой погрузиться во внеурочную деятельность. Их таланты и представили на юбилее. Елена Фаст продолжит. Вот так встречали юбилей школы в селе Абага. История школы богатейшая. Недаром она носит имя Архипа Кудрина-Абагинского. А дети с самого начала изучают историю не только по учебникам, но и историю своего края и земляков. При этом используется огромный архивный материал, который упорядочен ими же вместе с учителями. Он вернулся в свою родную Абагу и дал тетрадь, в которой были произведения, поэмы его товарищей и свои, свои стихотворения. Вот эти цветы, поздравления и, конечно, воспоминания. На празднике чествовали не только нынешних юбиляров, но и тех, кто стоял у истоков. Ведь именно тогда были заложены главные постулаты образования в школе. Выражая современной молодежной терминологией, бренд Абагинской школы состоит в подготовке учеников, которые владеют русским языком и знают ее литературу намного лучше, чем ее носители. Основа бренда была заложена в далеких 60-х годах прошлого века, в том числе нашими родителями. А современный день – это успешные дети, которые успевают получить не только положенные знания, но и максимум удовольствия от школьной жизни. А еще молодые педагоги, которые возвращаются в родное село и уверены – здесь самое лучшее место. Сельские местности, природа хорошая. Почему в городе оставаться, если можно и здесь нормально зажить и заработать лучше, чем в городе? Вкратце так. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.